Ну что ж, дорогие друзья, вот сразу извиняюсь за задержку, там были некие проблемы, вот общался с судьей, рассказывал мне о бабий бунт в группе А, вот так только могу назвать это, не знаю, событие, но вот из-за того, что форзы очень долго меняли себя, ну, сначала приехали, вот Оля рассказывала о 4Game, там не было тачек, теперь поехали по домам, ну, в общем, не стартовали еще даже первой игры, ну и многие девчонки говорят, что нужно продолжать сейчас уже без форс, потому что это будет большая задержка. Ну, я не знаю, что там решится, как решит судья. Сейчас у нас матч Fast Cup против Arena. 5-0, даже 6-0 сейчас будет выигрывать, скорее всего, игроки команды Fast Cup. Девчонки, которые так же, как и Arena, имеют 3 очка, но у Arena лучшая разница. Arena можно играть в ничью, но пока что они проигрывают 6-0. Видимо, что команда на нюке... вот Арена пока что испытывает некие проблемы в защите. Ну, посмотрим, что будет дальше и как пойдет этот матч. Потому что, в принципе, это выход со второго места на, в группе Б. Поэтому эта игра сейчас очень принципиальная и очень важная. Ну, и посмотрим. Украинская команда CSC Arena против российской Fast Cup. Судья по-прежнему наш таракан и загружен. Поэтому не могу с ним пообщаться. И вот Аркада, Бэп. Точки Б, минус Лиа, минус Лоли. И посмотрите, просто выходят на Б-плант. Ну, здесь есть на попы один кольт. С Ангела вот пытается, Ангела с каналов. Нет, не получается. И к на попа остается одна. Да, вот Fast Cup начинает очень уверенно на карте Денюк. И у, тут, конечно, у Арены проблемы пока что серьезнейшие. Вот друг подружки постреляли. На попа. Ой-ой, ну присядь, присядь. Ну там уже помогла настрелять. Много двигается. Ну вот дала наконец-то первый минус. Ну, 75 хп, тем не менее. Сносят, пишет солнце. Ну. Сносят не то слово. Сейчас 7-0. Дальше я как на попа может взорваться, куда она передвигается. Хотя еще не слишком. Ну и вот, пожалуйста. Взрывается. Непонятное действие. Пока что Fast Cup полностью деклассируют Арену. Счет 7-0 в этом матче. Ну что ж, по идее эко у Арены, да, вот сейчас 8-0. Ну а потом будут пытаться что-то сделать. Но проигрывают, причем в хламы довольно серьезно. Давайте посмотрим на карту. Fast Cup, медсестра. Юленька, Кристинка. Ой-ой-ой, Мявка и Мия. На аплант снова Аркада. Арена все на Б, с успами с гранатами. Фест очень быстро выходит аплант. Занимают Fast Cup. Ну и устанавливается бомба. Так, Арена немножечко рассыпается. С улицы, с девятки. И пытается вот еще на квадрате атаковать. Хорошо, бросили хае. Идет к напо, потом давить дальше. Но здесь не попадает. И минус от Мия. С улицы уже пытается выйти Илья. Ой-ой-ой, какая ситуация. Нужно минусовать двоих сейчас Ангела. Ох, ну тут еще и вышли, да. Девушки. Что тут можно сказать? 8-0. Очень интересно играют. Довольно-таки открытый Counter-Strike зачастую получается. Просто мясо моментами проскакивает очень жестко. Но, тем не менее, вот с каждой минутой мы приближаемся к плей-оффам. И вот как только будет известна ситуация в группе А, как только мы сейчас досмотрим вот этот матч, у нас будет уже известен расклад на плей-офф. Но вот с таким счетом, конечно, Fast Cup претендует на выход второго места из группы Б. Пока что 8-0. От Арены камбэка пока что им не попахивает. И вот Б-плант выходит. Кнопопа с АВП промахнулась. Здесь сейчас успом ее просто примут. Принимается успа, но дальше додавили. А где же хелпа? Ну, хелпы пока что нет. Ой-ой-ой, приняли. Принимают. Ой-ой-ой, Лоли минусует. Вот Мия на апланте в будке. Арена в большинстве. Здесь просто война и с одной стороны, и с другой. Хороший хедшот, Ангела остается. И что у нас? 1 на 1. Медсестра против Ангела. 11 хп у девушки из Арены. И 67 у медсестры из команды Fast Cup. Давайте за медсестрой посмотрим. У нее, конечно, шансов побольше на то, чтобы взять этот раунд. Зайдет она с будки. Времени у нее предостаточно. 52 секунды, 50. Вот, в принципе, до конца матча. Аккуратно все проверяет. Смотрит улицу. Есть бомба и уходит в будку. И, по-моему, увидела только что голову. Ой-ой-ой, не проверяет плант. Ой-ой-ой-ой-ой, ну тут уже хаос. Здесь, конечно, раунд уже, наверное, не взять. Да, бомбы здесь нет. Плант сверху, не знаю, ну, я его слышал на ХЛТВ. Вряд ли это какой-то баг.
Но тут уже, да, ничего не поделаешь. 8-0 в пользу Fast Cup. Дальше снова, не знаю, будет ли еще эко. Там, по идее, уже денег должно хватать на все, что угодно. Поэтому вот арена может играть еще один раунд с девайсами. Ну, пока что, конечно, защита вообще не получается. Один хп остается. Украинки. 9-0. Медсестра просто уничтожает все, что можно, все, что движется. 18-3 по фрагам. Ну, давайте смотреть дальше. Конечно, тут уничтожают. На РСП остается Леп, что там засуетилось. Ну и эко. Все-таки, по-моему, эко. Хотя должны быть. Да, кольт есть. Как же принимают? Два в плант. Солнце с нулицы. Как на попа принимает. На, вот дверь пытаются выйти. Разбивается. И выход на, уже Кристина здесь. Все, вышли трое с дверей. Медсестра флеш получает. И вот с девятки выходит. Нет, принимают. Тут уже с Б поджим. Ну, как-то не уверенно. Видно, ну, на нюке, конечно, сложновато. Арене это не инферно. На инферно они выглядят вообще по-другому. Ну, на нюке здесь очень жестко. 10-0. Просто no chance идет игра. Это одно сплошное уничтожение. Ну и смотрим дальше. Будет ли, ну, не знаю, тут же эко должен быть у защиты. Конечно, камбэк с такого счета можно сделать, но очень трудно. Нужно иметь хотя бы 3-4 раунда у себя в запасе. Ну, потому что если в 0, я такое очень редко видел. Ну, с 14-1 видел, видел с 15-0 много матчей. Но, поверьте, игр я смотрю очень много. А вообще, это очень жесткая редкость. И выход на бэк. На попа пыталась улицу придавить. Вот здесь Лолип с Фамосом. Усп выходит. Леа, ну, погибать не стоит. Да, нужно отойти. Но как-то вместе более тимплейно играть, сыграно. И все будет хорошо. Тимплея пока что у арены нет. Но там по-прежнему проблемы. Ну, не то, что проблема, еще не решен состав. Команда вот только начнет сейчас тренироваться. Более-менее упорно. Солнце поджимает. Поджимает квадрат. Хороший хедшот. Есть еще минусы от арены. И 5 на 2. Ну, тут уже... 5 на 2 даже. Ой-ой-ой-ой-ой, просто солнце раскидало. Вот здесь уже пошло два жестких, вообще нереальнейших хедшота. И, пожалуйста, первый раунд арена выигрывает. Ну, на самом-то деле, еще раундов брать нужно очень будет много. Вот сейчас только начало. Конечно бы, для украинской команды было бы выгодно вот еще за 4 эти раунда зацепиться, как-то их потащить, сыграть 10-5 и попытаться взять пистолетку. Тогда еще вот можно... сохранить все шансы на этот матч. И, в принципе, тогда еще не будет ясно до конца, кто же выиграет и кто же выйдет из группы. Потому что на кону выход в плей-офф. Проигравшая команда уходит домой. И аркада дверь. Здесь солнце жмет на ходу. Нет, убивает ее Юленька. Выходит на плант и выходят вот все остальные с будки уже здесь занимают. Ну, дверь только еще не спешат. В девятке очень кто-то опасно играет. Здесь была Ангела. Лоли видит Кнопопа, врывается, есть минус, девятка перестреливается, и вот девятка выходит, Ангела минусует, из пристройки зашли, вот еще сейчас в будке будет минус, все, раскидали всех, и снова, ой-ой-ой, без щипцов дефьюзит, ну тут, конечно, времени очень много. Берут второй раунд через поставленный плант, арена выбивает, 10-2, ну вот сейчас, вот хоть что-то получаться начало, ну опять же, Fast Cup очень агрессивно начали, давили. Вот к этому стоило, конечно, привыкнуть, но как бы не поздно было. 10-2. Напоминаю, первая половина, третий матч в группе Б между ареной и командой Fast Cup. Скорее, это микс. Ну и вот выход за борьба за плей-офф, за матч против первого места группы А. И занимают. Занимают позиции. Вот Кнопопа прошла аж на заднюю планта. Тут пробегают улицу. На авангаре Fast Cup сейчас по улице пытаются пройти. Здесь и Лоли перестреливается. Ой-ой, на нее выходят вплотную. Сейчас, наверное, ой-ой-ой, как пошел зажим. Очень хорошо, 10 хп осталось. На длинную передвигаются. Ну, посмотрим, как будут принимать девушки за арены этот проход по длине. А тут и никто. Вот только солнце сейчас начинает на Б пробиваться. Ангела минусует Кристинку, и вот сейчас солнце уже на позиции, в принципе. А, здесь и Ангела принимает. Ну, вот тогда уже... Да, тут нужно и каналы смотреть, и справа с двери уже могут выйти. Ну, тут и девушки из Fast Cup никуда не спешат, вот на длине остались. Выходит Ангела, там солнце, да, солнце должна была сыграть, минусует 23 хп. И вот Кнопопа минусует медсестру в ангаре. 10-3, третий раунд подряд выигрывает арена.
Вот сейчас вот как будто услышали девушки мои слова, чтобы оставалась у нас интрига в этом матче. Чтобы не просто какая-то была доигранная в хлам игра. Здесь в этой группе все понятно. Вот. Rush 3D выходит на первом месте, если я не ошибаюсь. Я начинаю уже немножко путаться в группах. Сейчас вам точно сразу же скажу, кто где выйдет. Да, Rush 3D на первом месте выйдет из группы Б. Ну а CSC Arena вот сейчас борется за второе. И вот Аркада на бэк, но попа как-то в дым, либо на слепую пыталась ворваться на единицу. Там погибают девушки из арены. Вот Лоли хорошо принимает хедшотом. Размен 3 на 3. Перед точкой Б сейчас уже две девушки. Очень плохая позиция у Лоли. Вот есть минус. Убивает плант. Видит вторую. Флэш. Что будет принимать право? Нет, уходит вниз. Уходит вниз. В принципе, все правильно. Сейчас сливаться не стоит. Девушки из фэскап на единицу сейчас зажались. С двух сторон. Ангела. Нет. Погибает. Погибает. И вот Леа занимают позицию на передней. И позиция довольно... Ой, и Лоли поджимает. Ну, дает минус. 74 хп. Здесь Миа 16. Прицел, правда, вниз куда-то. Ну, повыше нужно, да, прицел держать. Это не Quake 3. Лоли убивает Миа. Ну, четвертый раунд подряд от арены. Нет, не знаю, не хватит ли для девушек за арены вот 4-5. Потому что, сами понимаете, FS Cup начали игру, выигрывали 10-0. Такие матчи вот чисто морально ты не отдашь тут. Просто если проигрываешь, то, конечно, тяжеловато. Но всякое бывает. Плюс женский Counter-Strike, он все-таки более открытый. Иногда его даже вот повеселее гораздо смотреть. Просто сплошной экшен происходит. Солнце с пристройки на аплан заходит. Сейчас будет принимать здесь, на будке. Уже вниз Лея падает. И Аркада Бетом, Кнопопа и Ангела с хелпы. Но уже раскидали. Минус Кнопопа. И что дальше? Ангела... Ой-ой-ой, Лоли ушла, Ангела перестреливается, ну вот тут непонятки в защите у девушек, и, в принципе, одна ушла, вторая, наоборот, хелпует. Это уже брак тренировок, и поэтому, в принципе, понимаете, что сейчас Fest Cup, вот только раши пошли, Аркаду не сдерживает арена вообще никак. Ну и солнце принимают, 11-4, счет первой половины, смена сторон, и сейчас арена будет атаковать. Тут, конечно... Вот очень нужна пистолетка. Без нее, конечно, продолжать эту игру будет очень сложно. Посмотрим, что предложит нам украинская команда. Ну а Fest Cup, вот тут дело просто взять пистолеты, взять первую оружейку и додавить своих соперниц и выйти в плей-офф. Вот, в принципе, вот такая задача стоит перед этими девушками. Ну и вот он рестарт. Начинается пистолетка. И что будет делать арена, что будет Fest Cup, непонятно, как-то задержались все на РСП. Солнце, раз, два, три, четыре на улицу у арены, Кнопопа одна на квадрате. И на улице уже там пристройка, кто-то зашел, шифтят, все увидели, но нужно уже либо давить, либо не давить, но вот что-то решить нужно. Девчонкам все, инфа есть, можно делать уже перемещение, флешка на улицу. Солнце готово выйти из-под красного. Ни одного успа. Нет, есть успа. Один скинули на природу. И уходит назад. Солнце по улице пойдет. К нам попал в будке. Тут двое у солнца слева. Девушка близко из пристройки. Вот, по-моему, не знает об этом солнце. Думает, что одна соперница. Продолжается перестрелка на ходу. Вот сейчас вот солнце. Вот немножечко нужно останавливаться иногда при стрельбе. Все будет получаться. Вообще замечательно. В открытую двигается. Хорошо. Минус Кристинка. В это время выход на Б от арены. Там тоже размен. Солнце залетает. Еще минусует с пристройки. Берет усп на планте. Еще на планте минусует солнце. Ну просто прорыв. Смертельный прорыв. И остается Юленька. Она на хелпе. 55 хп. Ну, одна на троих. Посмотрим, как она пытается взять раунд. Конечно же, вот с выигранным раундом от арены интрига в матче у нас пока что сохраняется. Сейчас, если Юля не зарешает, будет 11-5 счет в матче, потом еще 2 эко, ну, 11-7. И там, в принципе, оружейка и не так, в принципе, далеко, чтобы сравнять этот счет. Все, Лоли ставит хедшот и точку в этом раунде 1-0 и 11-5, как я уже и говорил, счет в этом матче. И, по идее, 2 эко от команды Fest Cup. Ну, учитывая в стиль российских девчонок, можно сказать, что ожидать какой-то аркады сейчас на эко-раунде, хотя команда все-таки непредсказуемая, и вряд ли вот точно до конца я буду знать. Есть аркада, медсестра врывается, очень хорошо играет эта девушка с диглом, с Б-планта пытается поджать, давит, пытается, о нет, ну тут просто поймали, в будке также принимают
Леа по улице с Галилом. Нет, вдвоем даже девчонки проходят. Минусуют на передней. Нет, все, занимают аплант. И вот там как бы... Еще минус от Ангела. Перестреливается. Хорошо попадает с Дигла. Здесь остается у нас... Нет, тут, конечно, без шансов. Еще один минус. 2-0. 11-6. И, по идее, еще один эко от команды Fast Cup. Так, ну а дальше у нас еще целая серия матчей плей-офф. Финалы. Там будет еще интереснее. Но в этом матче у нас вопрос один. Кто выйдет на втором месте из группы Б? Либо команда Fast Cup. Все аркадят с Б. Ой, там Ангела принимает. На приемнике остается. Снова размен. Ой-ой-ой. На попа, солнце. Нет, эко не получается. Все-таки два минуса сделали. Выбили два девайса, девочки из Fast Cup. А вот сейчас... есть респаун один у игроков арены, у девушек из арены. Ну а что же будет делать команда Fast Cup? В принципе, сейчас и увидим. Тишина пока что полная. На карте очень аккуратно играет арена. Раунд даже не решаются зайти на квадрат. Ждут аркады. Fast Cup дефолт на 3 плюс 2. И готовы выйти на план. По-моему, девушки из арены сейчас. Кнопопа в будке. Да, плюс пристройки. Получает Кнопопа хедшот. В будке уходит. 4 хп. Аркада на аплант идет, врываются. Все-таки есть размен в пользу арены. Как-то перестрелками так пробиваются потихонечку. Миас с улицы, вот за ней нужно смотреть сейчас. Кто? Ой, все спиной. Ну как же. Ой, не попадает Миа. И здесь сразу подстраховали своих тиммейтов. Юленька в спину с Б-планта. Вот сейчас понимают, где она находится. Ну, солнце с будки минусует 4-0. И по-прежнему интрига вся остается. Вот раунд на девайсах выигрывает сейчас арена. Дальше должен быть эко от Fast Cup. И 5-0. 5-0 поведут во второй половине украинские девушки. Ну, Fast Cup, в свою очередь, за атаку выигрывали 10-0. То есть, сами понимаете, сейчас 4. Уже 11-8, плюс эко 11-9. И там вот одна оружейка, одна-две оружейки отделяет команду арены от ничьей. Вся по улице, вся эко. Солнце уже минус 2 на улице делает. Погибает от медсестры. Тут же Лео контролит, помогает и... Пока что халдит. Ой, что здесь происходит? У нас выход на Б тем временем. Лео, ой-ой-ой, вовремя отошла. Если пошла прямо, конечно, то здесь ожидал ее засаде в виде вот девушек команды Fast Cup. Подбирает девайс Мия. Но здесь уже Лоли, Кнопопа. Посмотрим за Мией. Уже ее видят, она перестреливается. Бомба установлена. И, как я и сказал, сейчас станет счет 11-9. Да, конечно, дальше... будет еще интереснее. Здесь для команды Fast Cup уже начнут все-таки какой-то нервный фактор, фактор напряжения. Вот все-таки как бы выигрывал очень хорошо 10-0, а потом не можешь ничего сделать в защите. И уже как бы соперник практически сравнивает счет, но это иногда мешает многим играть, не все могут с этим справляться. Ну и счет 11-9. Ну что ж, арена что-то снова быстрая. Ну, на самом деле, я вот заметил, прострелов у нас немного на нюке от девушек. Ну, пока, по крайней мере, от команды арена. Fast Cup также не простреливали особо. Ну и вот начинается раунд. Солнце по улице очень быстро аркадит. Остальные девушки Fast Cup сейчас в девятке. Давайте за солнце посмотрим. Тут все-таки есть девайсы, да, есть девайсы. Все-таки шестой раунд. Аккуратно играет солнце. Дым на стекла. Дым на стекла пошел рикошетиком. Сейчас ХАЕ за трубой проверяет. Но вот не защищаются с трубой пока что соперницы арены. И начинают готовы выйти, по крайней мере, на план сейчас. Ай-яй-яй, Мия поджимает с Б, дает минус. И здесь на улице уже начинается перестрелка. Ого, сразу 4 минуса от Fast Cup. И
История с ареной может очень быстро закончиться. Солнце одна против всех. И медсестра снова находит свою соперницу. И 5-1. 12-12-9. У арены не так много вот шансов на ошибку еще осталось. Тут нужно снова вот пытаться сломить экономику. А, ну, вот, кстати, вот этот раунд по поводу экономики. Вот когда выигрываешь 5-0, точнее проигрываешь 5-0, дают тебе много денег. Потом один берешь и снова проигрываешь. И нету денег у защиты. И поэтому вот по экономике иногда даже... Получается так, что выгодно проиграть один раунд, выигрывая там 5-0, 6-0 в атаке. Иногда выгодно один проиграть, чтобы не давалось столько денег в защите. Потому что за счет этого можно еще там лишних раундов навыигрывать. Ну и вот смотрим. Под Б. Под Б находятся девушки из команды Fast Cup. Посмотрите, как держат у нас россиянки. Двое на Б, мявка в девятке, двое в планте. По-моему, повторяют раунд арена свой предыдущий, только теперь две на улице. И будут, скорее всего, на А все-таки готовиться. Либо Б зажимать, плюс ангар, да. Готовы на Б выйти. Перемещение. Лиа остается как, пока что без особой помощи. Убивают солнце на улицу. И вот здесь вся надежда на себя уже, как можно так сказать, для выхода на Б-плант. Выходят на Б-плант, есть один минус. И давят вперед. Ай-яй-яй, ну либо всем нужно было, наверное, нужно было оставаться, давить до конца. Есть на хелпе. Захалдились, и все, медсестра идет. Где же? Вот она, медсестра. Ой-ой-ой, Кнопопа ее минусует, и Лолли. Тут, конечно, уже сейчас растерзают ее соперницы. Тут мявка уже за углом просто. Ой-ой-ой, ну, можно было дать минус 2. Чуть-чуть не повезло. 13-9, шансы арены тают на глазах. Девушкам нужно, конечно же, сейчас начинать выигрывать. Вот как-то поувереннее что-то поменять. Вот те же аркады, просто через дверь плюс будку, через раскидку. Вот называемый обычно этот раунд М19. Вот именно, хотя, ну, не М19, именно начали на нюке у нас атаковать через дверь. По-моему, кто у нас первый? Инфакул, типа, идея, так, вот первая команда, кто сделает этот раунд. Но вот все-таки мы называем его М19, но пока что этого не хватает. Обычно аркады через дверь. На Б уже солнце воюет. Ну, тут, конечно, нужно более тимплейно. Плант не потерять. Не потерять плант. 21 хп. Да, сейчас деньги закончатся. По-моему, арену сейчас дожимают. Ну, давайте посмотрим. Спокойно играют Fast Cup тоже. Сбили ритм своим соперницам. Да, там уже и Дигл у... Кого же Дигл? У Леа. Кнопопа пока что вот с будки смотрит. Там как раз медсестра на улице. И вот он минус от Кнопопы. Она минусует в будке и отходит сразу же. По ней стреляют с планта. Лоли занимает за ангаром позицию. И что? Куда пойдет? Куда пойдет? 52 секунды. Пойдет на длину. Ну вот, это решение может спасти раунд. Главное, чтобы остальные девушки оставались. Кнопопа уже под Б. И тут есть один минус. Ну и дальше убрала прицел. И сразу же вот оставила Лолли вместе с левой в такой очень невыгодной ситуации. Лолли ставит плант и уходит на обманку. Здесь Леа с Дигла дает минус на планте. И позиция, в принципе, неплохая. Взять кольт и помочь с труп. Дым, причем не туда, не на ту сторону. Положили, все, есть минус двери. И Юленька последняя. Минус один. Ну, вон ножки уже можно видно. Ну, не умереть! Ну, зачем так за... Ой-ой-ой-ой, как Лоли. Все, здесь просто нужно не дать дефьюзить, и все. Все, убить. Теперь нужно выйти и убить. Минусует, конечно, Лолли. Хотя довольно очень рискованно играют девушки порой. Так, могла Юленька взять раунд. Все шансы были. Позволила ей соперница это сделать. Тем временем Сенс пытался посмотреть. Игра продолжается. Эндрига существует в этой игре. 13 раундов в активе команды Fast Cup. Ну и 10 у арены. И есть девайсы. Двое в девятке. Своеобразно держат в защите девушки из Fast Cup. Сейчас они, в принципе, очень все сосредоточены на хелпу и на выход из 9. Улицу в основном отдают, но
Порой вот здесь и по две остаются и принимают вдвоем. Есть там за красным ящиком соперница. Ой-ой, Сангара убивает на ровном месте. Лоли очень долго она кидала гранату. Поактивнее стоило это делать. Ну и уже на улице тут только солнце остается. Начинают перестреливаться. Ну а здесь очень много соперниц. Здесь вот, если посмотреть, уже трое очень близко. Прошивов по-прежнему на нюке мы не видим. Есть минус. Стоит похолодиться. Слышит солнце передвижение соперниц. Зажимает. Есть минус. Уже в большинстве арена. В это время выход на Б-план. Да, вниз уже проскочили. Солнце остается одна на Апланте. По нее стреляют. Ой, убивают. Кристинка не убила солнце сверху. Солнце сразу разворачивается, минусует. И вот дальше. Дальше аркада. Мявка. Мявка последняя остается. Важный раунд. Сейчас 1-2. Нам нужно ей брать. Кто-то разбивается у нас в это время. Нет, здесь Ангела минусует. И, пожалуйста, уже у арены 11 раундов. И, по идее, сейчас должен быть Echo Fast Cup. То есть практически сравняли украинки счет. И еще неизвестно. Нет, есть девайсы. Есть девайсы. Очередной важнейший раунд для Fast Cup. Потому что вот еще отдай парочку оружейк. И, в принципе, наверное, все. Дальше не выйдешь. А учитывая тот факт, что выигрывали девушки 10-0, то это вдвойне обидно. Три улицы играет арена, снова без прострелов. Принимают аркаду, Fast Cup также в своем стиле. Вот 4 человека в основном, вот 4 девчонки вот возле точки Б, там хелпа. Ну вот Кристинка сейчас на план падает, и Кнопопа ее вот, непонятно иногда действует. Девушки настолько взрывоопасно играют, что вот сидит себе тихо, сидит, потом как побежит куда-то, да как зажжет. Ну и Аплант раскидывается сейчас. Аплант раскидывается на Б. Ангела. Вот один уст. Тут непонятно, еще закупались девчонки из команды Fast Cup. Уже вот полубай. И посмотрите, Мия остается одна с успом. В спину стреляет. Но тут справляется Ангела. Минусует. 8-2. Счет во второй половине. Но общий счет матча уже 13-12. Плюс сейчас вот теперь, наверное, пойдет Эко у Fast Cup. И практически ничья 13-13. Вот один раунд отделяет команду Арена до ничьи в этом матче. Ну, ничьи равного счета 13-13. Но дальше, конечно, будет вообще развязка. Вся развязка в группе В. ХАЕ. Ну, на Б. На Б решили сыграть Эко. Вот Ангела, она очень близко. Б-плант. Получила хедшот и сразу. Ну, тут благо, что тиммейт есть рядом, потому что поджим мог получиться у Fast Cup. Конечно, жалко, что без флешки. Но два минуса девушки уже делают. Юленька остается. Вот сможет ли подобрать калаш сейчас? Да, нет. Хотя не оставляют здесь. Солнце не оставляет девайс. И еще минусует. И уже ничью. Ничью сделали для себя девушки из CSC Arena. Так, ну давайте посмотрим. Какой же счет у нас? У нас счет ничейный. Теперь остается играть 4 раунда до конца. То есть, ну, каждой из команд нужно взять 3 из 4, чтобы выиграть этот матч. Либо вот в случае ничьи, конечно, Fast Cup будет не сладко. У них разница там намного хуже, чем у арены. У арены разница просто 0, а у Fast Cup что-то за минус 20. Я вот смотрел в таблице, и поэтому... Кристинка с АВП на улице. Минус делает, и на плант вышла. Атака арены. Ой, все так опасно спиной. Вот пробрались все-таки вдвоем, хотя увидели на Б-плант солнце вместе с Кнопопой. Солнце хелпует. Флэш, Ангела выходит на Б. Здесь еще минус от Лолли, которая любит есть. Лолли любит есть. Ну, не видит. Ну, соперница. Ну, я не знаю, там дым, не дым. Ну, как только что неаккуратно сыграли девушки из арены. И вот Кнопопа осталась... Просто одна против троих. Сейчас ее будут давить. Не дает поставить плант. Откидывает ХАЕ. Нужно выходить теперь. Плант, дефьюз. Плант, чтобы не дать дефьюзить. Выйти в очень мало времени. Ой-ой-ой-ой-ой. Кнопопа что творит? 1-3 берет раунд. Важнейший для команды арена. Там, не знаю, там, наверное, дефьюзить оставалось вот просто миллиметр. Доля, там, десятая секунды. Там, 1/10, не знаю, 2/10. И план бы уже разминировался, как мне так кажется. 10-2. Во второй половине и уже 14-13 в пользу арены. И, по-моему, там по деньгам снова будет... Да, нет, все-таки есть Кольт и Фамас. Много подряд сейчас проигрывают девушки из Fast Cup.
И очередной раунд. Вот просто за него нужно цепляться. Сейчас уже отдавать Fast Cup нельзя. Если отдать, то все, дальше Успы против Калашей. И последний раунд, это, конечно же, не очень такая классная штука. Кнопопа минусует с будки. На улице сейчас должен быть размен. Там Миа дает минус. Солнце смотрит ангар. Уже готово выйти на аплант. Выходит на аплант. Тут никого. Проверяют. Кристинка минусует с кольта. Она в будке. Солнце здесь уже также на апланте. Ой-ой-ой-ой-ой. Что же делать? Мявка. Минус от солнца. Мявка еще минусует. Откуда это было? С пристройки пришла. Ангела. Минус один в будке. По ней жмут. Уходит, 40 хп с плантом, ну, тащат, просто тащат, тут вот один на один, один в три раунда, и вот сейчас один против двоих, вот если возьмет, конечно же, раунд, украинский ангел в женском его проявлении, то, конечно, тут уже сложно, вдвоем на апланте, из девятки, если будет выходить, ой-ой-ой, выходит из девятки, тут ее не ждут. А где соперница? В будке мявка, Мия под девяткой. Ну вот сейчас падает Ангела, 15 хп. В будке мявка, спиной стоит, не слышит, я не знаю. Убегает. Куда? Куда ты пошла? Ай-яй-яй. Ну вот сейчас исправилась, конечно. Молодчина. Может быть, наушники наоборот стоят. Ну, либо хаос Вентрила. Он зачастую мешает командам. Но теперь Fast Cup. Ну, интрига продолжается. 14-14 счет в матче. У нас ничья, остается 2 раунда. И есть девайсы и у атаки, и есть девайсы и у защиты. Вот, конечно, дропы пошли у арены. А вот вообще, если так, конечно, сказать вам вот по секрету, если бы арена взяла предыдущий раунд, и у арены было бы 15, все, они бы выходили уже в следующий этап заранее с ничьей. Ну, если я не ошибаюсь, в чем-то по регламенту, потому что есть у нас главный судья, товарищ Таракан, и вот он-то лучше может сказать, он просто специалист по женскому киберспорту. Вот Лоли получает 19 хп, хорошо постреляла там медсестра, она находится, вот, по-моему, на 6, здесь двое, двойная такая подсадочка, и Кристинка рядом, и на Б вдвоем девчонки держат. Так, Юленька на хелп, и Конопопа готова выйти на Б вместе, ой, тут и план... Пошел выход, минус один, минус два от Кнопопы, как она вот заиграла в конце. Хелпа, две девушки на хелпе, еще минус от Лоли, минус еще вместе с Кнопопой, всех перестреляли и еще и Кнопопа поставила третий минус. И 15-й раунд для арены, 15-14, в принципе, по идее уже ничья у арены есть, то есть разница раундов лучше. Можно, хотя, давайте посмотрим последний раунд, что там у... Ну и нету девайса, посмотрите, как минимум 3 дигла, как минимум 4 дигла у диффенса. Ну такой раунд грех, конечно, проиграть. Хотя, такое очень часто бывает. Возможно, сейчас Fast Cup все-таки потащит. Есть один кольт, девчонки собрались. Думаю, ну опять же, очень обидно проигрывать, выигрывая 10-0. И аккуратничают девушки из арены. Двое по улице, две под Б. Вот минус от мявки на улице сразу же. Клац, ого, это... Ну это... Посмотрите, откуда был минус, практически со стекол за красным ящиком. Лоли отвечает. Кнопопа уже на Б выходит, простреливает. Ну, тут там задавили. Ой-ой-ой, Мия, там единственный кольт на Б. И Кнопопа сейчас тут может либо зажечь, либо похоронить выигрыш для арены. Ну, еще, конечно, остальные есть. Лео вот на... Ой-ой-ой, под девятку прошли. Все, ну вот Кнопопа зря пошла, ну, играя, в принципе, в атаке, стоит играть более аккуратно. Плант на респе еще, 54 секунды, 2 на 4, вот как только вспомнят за плант, самое интересное. Либо так решают всех перестрелять. Лепа не меняет позиции, она долго играет на месте, стоит за трубой, ждет соперницу в девятке. Вот Лоли наконец-то забирает плант. Но есть хп. 83 и 100 у арены. У Fast Cup 84, 8, 56, 91. Плюс не все девайсы, опять же говорю. Ну вот выход на айплант. Мявка с девятки. Лея должна контролить девятку. Ну вот контролишь ты весь матч девятку. И нужно сейчас ее контролить. Но все, тут уже шансов нет. Разорвались с трех сторон. Вот зачем нужно было срываться напоследок. В принципе, наверное, ну помочь девушке своей
принять с улицы. Ну, возможно, да, но, наверное, вот тут нужно было просто уходить под низ и перестреливаться как-то аккуратно. Потому что 9 очень важная позиция. Ну что, 15-15, не знаю, вот узнаю сейчас у судьи, будет ли у нас это ничья и просто выход за счет разницы. Пока что небольшой.